прошлый раз грубо сел. Давай еще раз. Давай. Амортизируй падение и не ногами, и руками. Хорошо? Да, хорошо. Все, поехали. Прыгать с места и еще каждый раз замерять расстояние. Вообще у тебя ноги слабые, вот и качаешься при каждом прыжке. А что случилось-то? Да что-то маме плохо. Нужно к супермаркету подъехать. Сам не пойму, ну от чего? Ну все, спасибо большое, я машину прыгаю. Да ладно, не заморачивайся, давай отвезу. Поехали. Давай. Могу принять вас в доме, Лиза. Нина Николаевна уехала к дочке, а мы с Юлькой такой бардак развели, неудобно. У меня тоже беспорядок. У каждого свой бардак. Жихарев приезжал, правую щеку израсходовал, левая ваша бейте. Только не в ухо, ладно? Не ерничай. Зачем ты это сделал? Я хотел, чтобы вы успокоились наконец и начали жить. Я похоронила чужого ребенка. Я успокоилась? Митя, ты чудовище. Да, я чудовище. Согласен. Ну а дальше что? Откуда у тебя Дашино кольцо? Даша забыла у меня кольцо. Ой, не надо только на меня так смотреть. Можно подумать, для вас-то вопрос какой-то был. Мы вообще с Дашей пожениться собирались. Это твоя сестра? Юля, иди в дом! Мить, ей нужна помощь! Нужна, только не ваша. Это моя жизнь, не надо в нее вмешиваться. Спасибо. Свободен. Подожди, Лёд. Да не надо. Подожди. Ты что делаешь-то, а? А? Ну что, пацан, как разбираться будем, а? Как разбираться? Ты что здесь крыльями машешь? Ты сам меня подрезал. Маши не маши, а ты попал. Реально попал, понял? И мне тебя сейчас будет жаль. Сеанс одновременной игры окончен. Понял. Слышь, пацан, давай забирай свой мопед и вали отсюда. Дядя добрый, отпускаю. Я ей не понравилась. Мне она сказала, что понравилась. Так не туго? Ты же обещала, что будешь тихо сидеть. А ты что наделала? Окно разбила. Извини. Извини. Что вот мне теперь делать с тобой? Я же не могу с тобой все время нянькой сидеть. Все, иди. Я скоро умру.
ты будешь обо мне плакать? Нет, ты не умрешь. А я для кого тогда буду жить? Ты об этом подумала? Окей, железный договор. Кормить, не бить. На ночь сказки рассказывать. Все, давай, я понял. Ай, ты че? Кусайся, гаденыш, в следующий раз сам его на горшок водить будешь. Не утоми, парень. Мужики, какого черта вы от меня хотите? Умолкни! Что с моей мамой? А мы откуда знаем, что с твоей мамой? Вы украли телефон у моей мамы и отправили смс-ку. Ну что, ты хороший сын, мама позвала, ты приехал. Отдыхай. Что, опять? Что ты здесь делаешь? Почему я тебя вижу чаще, чем твой благоверный? Почему я все время должен слышать твой божественный голос? Ну, во-первых, я еще ничего не сказала. Во-вторых, я тебе объясню, почему. Потому что ты поселил у себя Никиту, чтобы меня почаще видеть. Я, по-твоему, мазохист? Я просила не приходить ко мне на работу. Миша, я по делу. Я сейчас из института, я прождала там Никиту 3 часа. Он не появился. Где он? Я нашла ему отличного репетитора. Подожди, спокойно. У меня все под контролем. По моим расчетам, в данный момент он занимается паркуром. Чем? Паркуром. Ну, прыгают там по лестницам, стенам, по крышам гаражей прыгают. Понятно. Понятно. Жихарев, хочешь Маугли из него сделать? Я потеряла телефон. Позвони ему, пожалуйста. Уже. Никита был всегда непростым ребенком. Но с тех пор, как он начал жить с тобой, это же вообще. Что? Не отвечай, да? Вне зоны. Так, не реви, не реви. Марин, ну чего реветь-то? У меня прям сердце сжимается, я не знаю, что... Не переживай, найдем, найдем. Я зарисовал все телефоны его друзей. Куда он денется? Можно я побуду здесь? Я прошу тебя, я не могу ехать домой, я не могу оставаться одна, сейчас не могу. Не гони меня только. Хорошо, ну... Сади. Тогда сделай мне чай. Что тебе сделать? Чай. С сахаром? Да. 2 ложки. Забыла уже. Суд через 2 дня. Ты это видел? Видел, видел. Я подписал пустой бланк. Только теперь он не пустой, ты же видишь? Это нам копию прислали. Там за твоей, черт подери, подписью оформлен договор, согласно которому ты якобы продал все свои акции, а затем поручил перерегистрировать все эти свои акции на имя некоего Севастьянова. Якобы некоего. Доказано, что это липа. Мы же практически выиграли суд. Не надо. Мы выиграем, когда выиграем. Извини. Алло. Марина? А ты где? А что ты звонишь с телефона Жихарева? А, где ты свой потеряла? Ну, а там что ты делаешь? Да ладно, не паникуй. Где телефон поискать? В офисе? Я не могу сейчас приехать, потому что у меня очень важные дела. Что случилось? Послушай, Никита еще не такие фокусы выписывал. Пора бы уже привыкнуть. Ну, ладно, давай. Нет, Марина, это радар, это сканер. Она... должна контролировать сына каждые 30 минут, и не дай бог он не ответит на ее позывные. Не надо. Марина не истеричка. Просто так паниковать не станет. Так, ладно. Давай работать. С каких ты пор вдруг озаботился моими проблемами? Нет, мне это нравится.
Между прочим, я только твоими проблемами в последнее время и занимаюсь. Ты не заметил этого? А ты вытворяешь черт знает что. Пока. У него вечно дела. У него в офисе украли мой телефон. Он даже пальцем не пошевелил, чтобы найти этого вора. Господи, зачем мне такой муж? Вообще, почему мне не везет с мужьями? Вам положить сахар, Марин? Лиза, я мать, я чувствую, что с Никитой что-то происходит, что-то... Ой, да почему же это я вам должна объяснять? Вот, видите, он все-таки приехал. Боже, как ей сказать. Вот именно, действительно, не надо было волноваться вообще. Александр, возьмите себя в руки. Да, я не подумал, это правда. Ну, я сам испугался. Я вошел в кабинет, а в нем ремень. Я просто хотел спросить у Марины, чей это ремень. Мне кажется... Это ремень Никиты. Они его похитили. Они похитили его. Кто они? Господи, кому он помешал? Ну, скажи мне, ну... Господи. Никита скоро будет дома. Ты мне веришь? Никаких официальных заявлений. Мы сами разберемся. Ни разу на меня не посмотрел. Я просто не существую. У Марины в вашем офисе исчезает телефон. Ремень Никиты почему-то присылают не ей или Жихареву, а вам. Правильно, она давно меня хочет бросить, а этот дурак. Вцепились друг в друга. Вцепились? А что вы хотите? У них ребенок пропал. Разве я сказал, вцепились? Забудьте. Никита исчез. Его похитили, это теперь понятно. Как вы думаете, что с вас могут потребовать эти похитители? А может, Марина сама его похитила, чтобы Жихарева... Александр, вы можете прекратить об этом думать? Давайте сконцентрируйтесь и отвечайте на мои вопросы. У меня есть деньги. У Жихарева их нет. Поэтому ремень лег на мой стол. Что-то непонятно. Выкуп с меня, а Марина бросается к нему. Где справедливость? А что вас сейчас больше беспокоит? Никита или ваша обида? У меня суд через 2 дня. Надо подготовиться. Мне надо доехать. Извините. Мы закончили тренировку. Звонила мать Никиты. Минут через 15 мы были у супермаркета. Никита сам попросил подбросить? Я сам предложил. У меня скутер, а кругом пробки. А потом ты сразу уехал? Практически да. Никита не захотел, чтобы я с ним шел. Ну, все понятно. Ладно, ты не пропадай. Держи, если что вспомнишь, позвони. Угу. Caution. Enter security access. Ну, смотри, а он не угомонится. Ну, чтобы батареи привязать. Смотри, решетку ломать. Да, этот парень задолбает. Пауза, да? Эй, чувак, может тебе помочь? Мужики, вы меня ни с кем не перепутали. Пилу принести? Да, бенза. Я писать хочу, понимаете? Давай. Yeah. Комбо. Ты лох. Я суд проигрываю, ты выигрываешь. И все, коту масленица. Ну, Никита, фамилия Жихарев, а не Рябов. Ты же виноват, что Рябов своих детей не родил. А если я записываю наш разговор? А вольному воля. Ну, зачем? Наводить порядок надо, когда еще нет смуты. Цитата Лао Цзы. Смута уже началась. Ну, тут ты прав, да. Ладно. Сувенир. От противоборствующей стороны. Держи, держи. Подарок. Спасибо. И чего они хотят? Глупейший вопрос от адвоката Величко. Без вариантов? Рябов должен чисто слить ситуацию. Потеряет он свои миллионы, но любовь-то она дороже. Он не согласится. Антон, у моих клиентов шифер поехал. Им срок грозит. А хороших тюрем не бывает. Сидели, знают.
Рад был тебя видеть. Слушай, а давай на следующие выходные на Валдай съездим, порыбачим. Костер, уха, звезды, а? Порыбачим, нафигачим и порыбачим. Ты можешь назвать меня сволочью, что, впрочем, правильно. Но утром деньги, вечером стулья. Сочувствую. Подведем итоги. Стало быть, Никита вернется домой, если... Если, конечно, если. Пусть Рябов не затягивает. Ну, они же не отморозки. Когда светит пятнашка, у любого крышу снесет. Все, я и так задержался. Ничего личного. Боюсь чужого голоса. Все, давай, пока. Да, забыл. 3% со сделки твоей. Ладно, 4. Значит, суббота, Валдай. Уха, звезды, никаких баб. Ты еще и романтик, блин. Я тебе очень благодарна, Лиза. Правда, ты ни разу так и не сказала, что все будет хорошо. Хотя, когда ты рядом, я и так знаю, что все будет хорошо. И вообще, я теперь понимаю, почему Жехарев влюбился в тебя. Я сок принесу. Марина! Лиза, ну почему у тебя все время двери нараспашку? Ну что? Вот он тебе все расскажет. Он откажется. Я ничего не могу сделать. Как я могу заставить пожертвовать своими миллионами? Ну а что тут рассказывать? У меня разборки с рейдерами. В чем секрет? Я тебе 100 раз об этом говорил. То есть это мой сын пострадал из-за твоих разборок? Марина! Если твой муж решится проиграть суд, то наш сын через 2 часа на моей кухне чай пить с лимоном будет. На моей кухне. А в твой дом он даже по воскресеньям ходить не будет. Да? Саша, это правда? Ну так и, ну и... Ну так что надо сделать-то? Что подписывай? Какой, ну, заявление? Ну что ты молчишь, Антон? Саша, что надо сделать, ну? Ой, не могли бы нас оставить на минуту? Да я вас на год оставил, и что? Ничего хорошего. Марина. Не все так просто. Во-первых, не факт, что Никита и суд как-то пересекаются. Во-вторых, я не ведусь на провокации. Саша отлично обороняется от рейдеров. У него есть реальный шанс лет на 15 от них избавиться. Марина, тут речь идет о 3 миллионах долларов. 3 миллиона. А ты хочешь? Я? Да я хочу, чтобы мой сын находился сейчас здесь, со мной. Все, я больше ничего не хочу. О чем вы говорите? О каких миллионах? Вы оба, вы с ума сошли? Да ну 10, 100 миллионов, какая разница? Я... Посмотри на меня. Ты это что? Я не поняла, ты что, не будешь подписывать ничего? Ты что, отдашь им Никиту? Его жизнь за свои миллионы? Нам пора. Да, иду. Марина, не все так просто. Все будет хорошо. Лиза! Лиза! Что случилось? Марина, Лиза. Что? Что случилось? В скорую звони. Гипертонический криз. Но врач сказал, что все обойдется. Да, все обойдется. Простая задачка. Найду же Игорю сына. Ясно, что Иванченко шестерит, больше некому. Детей похищать у него кишка тонка. Тихон Семенович, а ведь вы у меня должник. Рука дрогнула. А так бы шлепнул бы ты меня, Жихарев, за милую душу. Но это правда. Я твой должник. Я в должниках не хожу. Милицию заявляли? Нет. Не давать никакой информации никому. Это наше условие. С каких это пор Жихарев
стал на стрелку приводить своих батов. Всего доброго. Что это было? Ты можешь мне объяснить? Ничего. Разжалобный вор в законе. Мы его брали на сходке. Была перестрелка. Он обернулся, мне как молнией. Мне показалось, что отец на меня взглянул. Такой же прищур глаз. Не смог в него пальнуть. Потом мы его все равно взяли живым. А потом ему друг язык отрезал. Он решил, что он всех сдал. Но мы его обдурили. Он же поверил, что ты моя жена. А ты всех своих баб на стрелку таскаешь? Почему все? Не всех. Что? Так и подумал? Раскусил старец. Ты веришь ему? Старик все знает. Информационный банк. Какой криминал в городе, ему сразу доложат. Он, знаешь, свой долг отработает. Я его берег на крайний случай, этот случай наступил. Он найдет. А что он еще изрек? Иванченко шестерка. Детей похищать кишка танка. Иванченко. Неплохо. Да и плохо, конечно. Этих Иванченко. До черта. Алло. Договоренности теряют силу. Условия нарушены. Что? Почему? А что случилось? Слушай радио. Черт, я ничего не понимаю. Старец отказывается помочь. И это большое горе. Накануне суда мои противники прибегли к самому грозному способу давления на меня. Похитили моего, да, я могу сказать, моего сына. Я люблю его как родного сына. Моя жена в больнице, сердечный приступ. И я обещаю награду. Простите, мне тяжело говорить. Что же он наделал, а? Тупик. Все сначала. Будем искать Иванченко. Точнее, иголку в стоге сена. Сделай крупнее. Ну, изображение очень плохое. Похоже, экономили на камерах слежения. Нет, это не похож. Вот, смотри. Не? Но если очки снять, то будет похож. Какие глаза, бог мой. Лиза, я была на кладбище, могилы Даши не нашла. Слушайте, нет могилы Даши. Вот как. А я слышала. Валентина Сергеевна, мы с вами 20 лет не виделись. Лизонька, ты должна меня понять. После смерти твоих родителей я не могла взять тебя к себе. Мы с твоей мамой сводные сестры и никогда не были близки. Поверь, я очень переживала ее гибель. Слушайте, я не хочу об этом говорить. Вообще, давайте не будем. И тебя я почти не знала. Ну, правда, ну как бы мы с тобой жили? Да, конечно, я вас понимаю. Брать чужого ребенка. Племянница, подумаешь. А вдруг я сахар начну воровать? Или того хуже, ложки серебряные. Зачем вы пришли? Прощение просить? Оправдываться? Я... Хорошо, я вас прощаю. Лиза, я уезжаю из страны. И извини. Когда тебя забрали в детский дом, вот этот альбом я взяла к себе. Вот. Теперь он должен быть у тебя здесь в
фотографии твоей мамы. Знаешь, я ведь приезжала к тебе в детский дом, какие-то гостинцы тебе привозила. Ну, что об этом теперь? Все. Все хорошо. Прощай, Лизавета. Я вас провожу. Ты знаешь, Лиза, что твоя бабушка сгорела. Ее дом подожгли, и она была колдунья. Так вот, у Даши ее глаза. Уходите. Она удивительно, удивительно на нее похожа. Просто одно лицо. И такая же несчастная судьба. Уходите, уходите, пожалуйста. Лиза. Альберт и мама. Че, дашь мне звать? Зови. Эй, я долго буду ждать? Что вы от меня хотите, блин? Никитина? Может быть. Я не знаю, какие шнурки в его кроссовках. Ой, зря ты выступил по радио. Нет, не зря. Я все правильно сделал. Видишь, они психуют. А это лишний аргумент в мою пользу на суде. Да ладно, какой там аргумент, Саша? Ты никогда в жизни не докажешь, что Севастьянов заказчик похищения. Ну... Как вообще эта дрянь оказалась у меня на столе, а? У меня есть охрана или нет? Саша, мне эти посылочки перестают нравиться. Да дай ты им эту маловарню, бог с тобой. И это не из-за денег. Их сделал, понимаешь? Их загрыз. Я жизнь свою на кон поставил, понимаешь? Они меня в угол. Нет. Меня нельзя в угол. Я кусаюсь. Я зверь, я боец. Боец. Удалец. Молодец. Полный. Сказал бы я тебе, с чем это рифмуется. Но не буду. Потому что ты прежде всего отец, хоть и приемный. А если ты этого не понимаешь, то ты дура. Ой, Господи. Сколько раз я ей говорил, не ходи ты в этот чертов поход. А то ты не знала, что мы с твоей матерью целовались. Да, любил. И страшно ревновал, когда она вышла замуж за моего учителя, профессора Зарецкого. Ты мог бы его убить? Ну ты чего, с ума сошла, что ли? А вот это? Чемпион Москвы по плаванию 1976 года. Альберт Клинк. И я же все фотографии уничтожил, как она узнала. Как узнала? А когда ты нервничаешь, твоя защита не срабатывает. Альбом мне тетушка привезла. Его можно было спасти. А что ты мне сказал? Помоги! Я не могу! Помоги! Я плавать не умею! Верно. Так и сказал. Я не умею плавать. И тогда мама бросилась его спасать. Хватит. Лиза, хватит меня мучить. Я тебе все расскажу. Только не сейчас. Мне нечего сказать. Зато мне есть что сказать. Ты его ненавидел. Может быть, даже завидовал. Только духу не хватило убить. А тут такой случай подвернулся. Зарецкий тонет. Его жена теперь твоя жена. Его работа теперь тоже твоя. Мастер спорта по плаванию стоит на берегу и смотрит, как гибнет его учитель. Это неправда, грубо. Грубо. А правда всегда груба. Только мама любила отца. Ты бы никогда ее не дождался, знаешь?
Никогда. Уходи. Лиза, уходи и хватит меня сканировать. У меня страшно болит голова. Только Даша чем тебе помешала? Вот какую это тайну она могла узнать, а? Куда ты влезла, Лиза? Подумай о себе. Бойся, Лиза, бойся. Ты же знаешь, мне нечего терять. Я теперь вообще ничего не боюсь. Я все узнаю. Все. А теперь ты бойся. Бойся. Лизавета! Вы сказали, что не оставите нас с Юлей в покое. Пожалуйста, не делайте этого. Ей без того плохо. Мить, ей нужна помощь, а один ты не справишься. Я справлюсь! Вот увидите, вы еще захотите пожать мне руку. Не сейчас, потом! С вами можно говорить? Нежелательно. Разрешите положить сестру в клинику? Юля перестала есть. Можно. Спасибо. Ну и где нам его искать? Этот Иванченко, он может быть даже не зарегистрирован в Москве. Не знаю. Может быть, он сейчас на Брайтон-Бич или в Торонто. Или, может быть, в Чили. Марину завтра выпишут. Слава богу, все не так серьезно. Она не хочет меня видеть. На. Ты умный, все сам напишешь. Что надо, то и пиши. Все-таки решил отказаться? Звони им сейчас, договаривайся. Я согласен на все их условия. Я им все отдаю. Но чтобы через 2 часа Никита сидел у меня в машине, понимаешь? Вот здесь вот сидел! Сидел и дышал мне в затылок, умытый, накормленный, веселый, понял? Я спрашиваю, понял? Кричать не надо, а то ухо заложило. Звони. Привет, это я. Ну, он согласился. Он согласился на все ваши условия, с чем вас и поздравляю. Ну, я оформляю все документы, он все подписал. Парень должен быть здесь, ну, по крайней мере, через 2 часа. Все, в машине у него. Как после суда? Ну, мы так не договаривались, ребята. Ну, я ему передам, ладно. Привезут Никиту после суда. Что? Ведь козлы еще диктуют мне условия? Ты, мой друг, слишком долго тянул с решением. Теперь они диктуют свои условия. Ты кому? Мне нужен господин Рябов. Сам Рябов, а ты его знаешь? У меня к нему конфиденциальная информация. За награды приперся. Знаешь, только таких, как ты, здесь за день перебывала? Гриш, привет. Здорово. Слушай, будь другом, сгоняй за сигаретами. Давай. Привет. Здорово. Ну чё, как твой бампер? Не жмет? Я надеюсь, твой мопед тоже в смятку. Твой кореш не пускает меня к Рябову. Он правильно делает. Слушай. Вот ты на меня наехал, а зачем? А может, ты и похитил того парня? Да ты че? Ладно, ладно, я шучу. Я кое-что снял на мобильный. И это кое-что я хотел показать Рябову. Мне нужен новый скутер. Или мотоцикл. Тебе процент, согласен? Хорошо, давай, я передам. Не-не-не-не-не. Оп. Как хорошо смотришься. Отлично. Что ты делаешь? Дай сюда. Что ты делаешь? Thank you.
только за похищение ребенка дадут, а? Вот мне кажется, Иванченко надо искать среди уголовников. А твой старец мог ошибиться? Старец не мог. На то он и старец. Да мы вообще как бы уже не при делах. После заявления Рябова этим делом занимается ФСБ. Таня, это мое дело. Кэп, это наше дело. Сообщение от Лехи. Иванченко, охранник Рябова. Иванченко охранник Рябова? Молодец, Лёха! Лёха, ты молодец. А вы охранников проверяли? Да откуда мы могли знать, что ноги растут из кабинета Рябова? Мозгов не хватило, ну. Тихо, 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 успокойся. Лёха, один сделал всю работу вашего отдела. Пошли. Нашего отдела! Алло! Я на Ленинградке. Еду за Иванченко. Он на Мерсе. А зачем ты сунулся к Рябову? Да бабок хотел срубить. Я все-таки последний, кто видел Никиту. Ну и рассказать про водилу на Мерсе. Леша, осторожней, не светись. Иванченко не должен тебя заметить. Да, понял. Здорово. Здорово. Ну, чё там закипишь, рассказывай. Значит так, этот шкет везет видео Рябову. Да ладно, он врет. А если не врет? Он и ментам может сдать. Да ладно, не гони волну, время есть же еще. А если нет? Ладно, все равно заказчик приедет. Валите отсюда, нежно и плавно. Минуточку. Здравствуйте. Раздевайтесь. Чё, пацана мочить будут? Слушай, ты давай такие слова вслух произносить не будешь, а? Ну чё? Ничего. Верка где? Вахта у нее ударная. Кегли убери. Дай пройти. Мерсибо. А чё одна? А ты чё, кисло? Суши бивни, качок. Улыбайся. Привет. Здорово. Ты чё, под кайфом, что ли? Горячий душ, и я снова девочка. О, а чё вы до сих пор не голые? Если Никита там, Таня даст нам знать. Пока сидим тихо. Ну, а на крайняк Иванченко примем. Хоть какой-то улов. Надо было мне пойти с Таней. Лиза, ты себя в зеркало видела? Ты вроде бы обычный налоговый инспектор. Но взгляд у тебя как у пристава. Леша, не светись. Садись в машину. Срочный наряд. Красная, 25. Белый особняк и забор белый. А чё это я тебя не видел ни разу, а? Ребята, ёжики, я эксклюзив. Всё. Танцы-шманцы потом, работа прежде всего. Душ? На втором этаже. Идём, я тебя провожу. Со мной нельзя. Ребята, я хочу вас удивить.
Чао. Сори. Чума, баба. Я, пожалуй, останусь. Ты где ее выцепил-то, а? Где, где? Никита, ты здесь? Никита! Я писать хочу, не могу больше, вы понимаете? Это что такое? О, сколько здесь мужиков еще? Мы так не договаривались! Вы что? На халяву все хотите, что ли? Мы договаривались, будет двое мужиков! Все, я ушла! Никита! Да, Лёв! Отлично, отойди от двери. Хорошо, Лёв. Михаил Иванович! Не дай я ты! Давай, давай. Быстро в машину! Таня! Зубы выпью, поняла? Михаил Иванович! Стоять! Стойте, остановитесь. Вы слышите мой голос. Вы слышите только мой голос. Вокруг лед. Очень холодно. Вы хотите согреться. Вы идете по песку, он горячий. Вы зарываетесь в песок. Вам хорошо. Вам спать хочется. На счет три ты проснешься. Раз, два, три. Бери. Давай, давай. Иди. Что с ним? Все хорошо. Он спит. Здравствуйте. Через полчаса суд. Сюрпризов не будет, Рябов не станет истерить. Так он же уже все подписал. Мыловарня теперь ваша. Так что чаще мойте руки. Чего тебе еще надо, а? Они ознакомиться хотят. А-а. Ну-ка, подержи. Извини, я ошибся. Не понял. Ой. Запятую не там поставил. Понимаешь? Безграмотность. Здравствуйте. Ну? Чего же Ихарев выпендрился? Ему же Рябов награду обещал. Ну, отстегнул бы от своих миллионов. Дисковый тормоз! Мне вот Джихарев, между прочим, на вот этот вот скутер 3000 занял. Думаешь, вернет? Телескопическая вилка! Вернет. Марина! Ребят, привет. Где Никита? Все нормально, не волнуйтесь, он в суде дает показания, Жихарев его привезет. А ваш супруг Марина отказался от своих миллионов? Ну, точнее, почти отказался, но вовремя одумался.
Все нормально. Спасибо вам, ребят, большое. Чистая победа. Поздравляю. Да. Я теперь своих клиентов не скоро увижу. Я вообще доживу до этого светлого дня. Мой друг, это было нетрудно все. Да. Спасибо за хорошую работу. Всем до свидания. Да пожалуйста. Орел. Хотя кликуха, знаешь, у него какая, благодаря прачечному? Крошка-енот. Ну, какая же это крошка-енот? Бульдог. Всех уложил, всех победил. Ай, что, ладно. Антон, Валдай не отменяется? Успехов тебе. Ага. Не отменяется. Удочки я уже приготовил. Пока. Он, между прочим, поправился в заточении. Кормили его на убой. Не обращайте внимания, у нее ГМО вместо мозга. Все отлично, Марина. Ваш муж суд выиграл. Правда, заседание будет еще, потому что на скамье подсудимых народу добавилось. Ну, куда поедем? Ну, я же просил подождать. Ну, все отлично! Суд мы выиграли, все закончилось, Миш. Ну что, отметим, а? Скоро замуж выйдешь. Да я каждый год по букету ловлю, а то... Ребят, ну вы тоже присоединяйтесь. Отвези меня домой. Домой? По дороге заедем, продукты купим, у тебя же холодильник пуст навсегда. До свидания. Слушай, крошка, давай я тебя довезу. Тебе сколько лет, малыш? Через год 18. Вот тогда и покатаемся. Пойдем, Инга. Все, полтинник есть? Угу. Спасибо, что приняли меня. Вы знаете, мы с вами можем поговорить без переводчика. Я слышу ваши мысли. Помогите мне, и я буду у вас в долгу. У меня дочь пропала. Утверждают, что погибла, я ее даже похоронила, но оказалось все это ошибкой. Я знаю. Не надо мне все пересказывать. Что ты хочешь узнать? Жива моя дочь? Он хотел убить. Были серьезные причины, но что-то сорвалось. Не получилось. У этого человека. Кто он? Да кто ж такие вопросы задает? Я тебе говорю, у него не получилось. А что тебе сказали? Несчастный случай? В реку упал? Ну и верь. Так бывает. Бывает, но я не верю. Стало легко убивать. Нажал кнопочку, и нет человека. Упал посреди дороги. Сердечный приступ. Или вдруг из окна вываливается. Кто его туда толкает? Даша так погибла. Разве я это сказал? Да.